Ну что, мои дорогие, всем привет! Сегодня мы с вами едим KFC, это моя первая еда за день, я капец хочу есть, сейчас время 11 часов утра. Но, если вы знали, что я встала в 8, поэтому я очень голодная. Та-дам! Давайте расставлять. Сейчас будет все шуршать. Та-та-дам! Решила поменять немножко ракурс. Как вам? Посмотрите, сколько я навалила соуса. Класс. Один, два. Ребят, три. Что, давайте распаковывать. Короче, если вы не знали, то в KFC есть одна вещь, которая вкуснее, чем крылышки. И это, ребят, ножки. Я вам отвечаю, что это, блин, самые вкусные ножки вообще, если вы там их не ели, которые вы пробовали. Короче, для меня это просто вау. Вы сейчас посмотрите, как я их буду есть. Вы посмотрите, как я их буду есть, и все поймете. Это вообще... Это просто... Просто. Просто вау. Ну, еще я заказала. Посмотрите на это, ребят. Нечто, да? Просто нечто. Ну что, давайте приступать. Что-то камера не хочет на мне фокусироваться. У-у-у. Фокус есть. У меня здесь соус терияки. Давайте с него, наверное, начнем. Оу-е. Посмотрите, только гляньте на это. Да. Ребят, у них крылышки супер нежные. Они как будто бы тушеные и жареные во фритюре одновременно. Реально, если не пробовали, попробуйте. Короче, ребят, кто не подписан, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Плюс прикреплю здесь. Решила поесть KFC. Если честно, очень долго выбирала, что поесть. Хотела роллы, но что-то роллы как-то... Хорошие роллы. Все с долгой доставкой. Давайте-ка, знаете как? Если вам будет видно, смотрите, ребят, я же худею. Кто не знает. А у меня вообще постоянная в жизни проблема с лишним весом.
кто-то в комментариях спрашивал, типа, как ты поддерживаешь себя в форме? Вы же видите, как я ем, да, вкусно, с аппетитом. Но ты можешь поесть такое один раз в день и больше ничего не есть. Посмотрите на это. Вы только гляньте. Ребят, это просто бомба. Кстати, тут новость. Я прочла, что KFC... Угу. Что KFC, возможно, покинут рынок России. Типа это опять... Кто помнит? 500 лет назад был Ростикс. Вот, типа, Ростикс вернется. Поэтому еще и по этой причине я решила снять KFC, потому что мало ли. Но пока непонятна дата закрытия. Кто-то писал мне. Сейчас, смотрите, минутку. А это вот крылышко. Крылышко. Тут я видела прикол. Сейчас покажу. На крылышке. Такой же. Типа. Охренеть. Ребят, честно, крылышки не то. Острые. Пока непонятно по дате, но, конечно, короче, кто-то писал под прошлым видео, типа, вот, там ты защищаешь эти вот компании, да, которые пришли вместо Макдональдс, который сейчас придет вместо KFC. Ребят, честно, я никого не защищаю, это раз. А во-вторых, естественно, я как бы этому не рада и прочее. Но мы с вами здесь говорим про еду, да? Обсуждаем какие-то темы. И конкретно по еде нормально. И вкусно, но как бы это не отменяет. Я, вы знаете, не хлопала в ладоши, когда узнала, что типа Макдональдс уходит из России. Вот, поэтому. Но чисто по вкусу, я вам сказала, что это вкусно. Фух. Слушайте, я уже наедаюсь. Это вообще красота, да? Ребят, реально, если кто не пробовал, попробуйте ножки. Очень вкусно. Вы знаете, что меня поражает? Блин, я опять, конечно, на своем там, но... Но есть всякие каналы бангерские,
которые улетают в реки. Точнее, не в реки даже. Вот вы ищете видео, да, на YouTube, пишите мукбанг. И вам YouTube показывает, да, какие-то видео. Прикол в том, что мои видео вообще нереально найти. Я не знаю, почему так. Может, кто-то скажет, что я мало снимаю. Но раньше-то я снимала нормально. И я не понимаю, почему так. Ну, нежно, нежно. В общем, наслаждаемся KFC в последние разы. Ну что, ребят, давайте последнюю, потому что что-то я уже все и все мокрая. Соус терияки. Что-то все. Давайте помолчим, давайте просто поедим. Это я заказала еще байт. Заказала на самом деле, что просто симпатично его поставить на стол. Тут получается две ножки, два крылышка, ножка и байт. Ну, как вы понимаете, что я уже наелась. Немножко. Кстати, стрипсы я, может быть, пару раз пробовала. Короче, я ощущаю некую несправедливость. Почему меня мало смотрят? Мне кажется, у меня красивое видео. Правильно, правильно. Самая нормальная. Короче, ребят, если вам нравится мой канал, поставьте лайк и подпишитесь. Это поможет развитию нашего канала. Знаете, когда я снимаю видео, обычно тороплюсь, а потом прям не хочется выключать камеру. Потому что все-таки видео — это некая такая подготовка. А потом бац, выключаешь камеру, и все, она закончилась. Поэтому не люблю, когда что-то заканчивается. Хочется подольше с вами посидеть. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой телеграм. Вот. И будем на связи. Все. Всех целую. Всем пока.